Привет, привет, дорогие подписчики и зрители. Вот всяко разное из Китая. И сегодня у нас очередные две посылочки из Китая с сайта AliExpress. В общем, смотрите. Вот сие чудо я получил сегодня на почте. Здесь должны быть очки себе. Я заказывал очки. Вот, но что-то я немножко переживаю за их сохранность. Так жестко раздавили ее. И вторая посылочка. Маленький пакетик. Мелкий пакет. $4 шла. Пришла быстро, в принципе. Вот 3 числа ее отправили. Сегодня у нас 23-е, не помню, честно говоря, по-моему, 23-е, да. Вот за 20 дней пришла эта посылочка. Эту посылочку заказывали у меня люди. Так, смотрим. Так, тут пусто. Что здесь? Какие-то макулатура. И, ой, я уже одним махом вскрыл. Все вскрыл. Ну, вы уже помните, приходили мне вот такие вот стразы, да. Давайте эти тоже вскроем, посмотрим. Такие же они, не такие, не знаю, заказала девушка, и поэтому одинаковые они или не одинаковые, я не знаю. Давайте сейчас с вами вместе вскроем, да, посмотрим. Саша, что ты будешь делать? Не хочет она открываться по-нормальному. Так. Очки улетели. Ну да, точно такие же. Вот такой рассыпной бисер. По-моему, точно такие же. Тут их, короче, должно быть 1440 штук, да. Вот такие вот прекрасные стразы. Короче, клеятся они горячим, можно утюгом, в принципе, или, ну, вот заказала девушка, еще заказала, тоже идет специальный такой фен для этих приспособлений специально для клейки страз, то есть такой фен там заряжается как-то. Ну вот, как придет, обязательно сниму обзор, посмотрим, что за чудо. Вот, ну и можно, конечно, так подручными средствами, утюгом, в общем-то, украшать свои вещи. Для чего это, я еще раз повторюсь, что ребенок занимается танцами, и вот бальные костюмы там обклеивать такими стразами очень красиво. Вот для чего я придумал, для чего эта наклейка. Мы запечатаем. О, все, теперь как новое. Так, вот такие стразики. Все, отлично. Так, и очки. Ой, ужас, просто ужас. Наша почта, конечно, как обычно, отличается. Так, где тут перед, где зад? Без понятия. Блин, раздавили жестко. И, ну, по-моему, там и не было в описании, что идет чехол для них. Вот. Поэтому я переживаю, что их могли повредить. Сейчас мы это проверим. Блин, главное, чтобы не раздавили. Вот, прям еще в том раздавленном углу очки лежат. Так, коробка пустая. Замотана просто пупырку. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Да. Очкам хана, походу. Жестко прям. Прямо жестко с ними поступила наша почта. Так, ну что, это металл. И он разогнут прям ужасно, видите? Очко опять вывалилось. Не знаю, может попробовать выгнуть обратно. В принципе, гнется. Не знаю, как она тут крепится. А, здесь шурупчик. Так, ну что, не знаю, сейчас еще раз попробую подогнуть.
Да, конечно, упаковочку можно было сделать получше. Ну ничего, вроде бы выровнялись. Единственное, надо маленькой-маленькой отверточкой выкрутить и вкрутить обратно. Так, сейчас я это и сделаю. Попробую сделать, по крайней мере. Так, ну вот я нашел отверточку, выкрутил. Вот здесь, как видите, вот такой один маленький шурупчик. Своими трясущимися руками еле попал. В общем, давайте попробуем. Сейчас вставим на место это стеклышко. Так, встало. И закрутить обратно. Так. Хрена с два. Короче, буду писать продавцу. Пусть высылает или возвращает деньги, потому что очки, в принципе, не дешевые, хоть я оценил непонятно во сколько. Ну, по-моему, около $10, что ли, около 300 рублей я дал за них. Поэтому вот такая вот беда. Вторые очки у меня такие пришли. Потому что просто-напросто продавец поленился упаковать хорошо. Хотя я ему писал об этом. Ну все, ребятки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо, что вы смотрите мой канал. Очень приятно, что вы на моем канале. И всего хорошего вам. Пока-пока.